Вот я снова на связи, безработный. Какая у нас красивая осень тут. Тепло, плюс 12-15. Дождей нету. Вообще первый раз такую вижу. Листва вся даже на месте почти не попадала. Трава тут зеленая. Прекрасная такая вообще. Все листья на месте. Аномально на месте даже, я сказал бы. Если учитывать, что сегодня уже 20 тут октября, бля. Вообще нонсенс, бля. Люди тут гуляют, вон дети. Я тут иду с почты. Получил вот тут третий транш от центра занятости. 5500 на этот раз. Вот. Ну, это только половина из того, что должны мне дать. В общем, как-то так идут. Сейчас тут люди на меня что-то смотрят, кажется, что-то идет какой-то блогер, на. Вот. Но между прошлой записью, последней там шестой серии и сегодняшней, рассказать особо по существу нечего. Потому что ничего такого не происходило. Было 12 октября снова на встрече с этим, как сказать, с курирующим меня по безработице. Ничего она мне не дала, типа ничего, никаких вакансий нет. Но она, наверное, поняла, что мне нужно от центра занятости. Вот. Также поняла, что я на ее бездействие жаловаться ходить не буду, поэтому можно, как говорится, пыл умерить там и спокойно проводить свое время вся в кабинете, попивая чаек. Там никого и нет, кроме меня, больше никто и не ходит. Такие вот дела. Поэтому вот пошел, получил. Теперь мне там 27-го пойти. А, да, кстати, посылали меня там на профориентацию. На смену, короче. По профессии. Какая красота. Вот. Я пошел, она там такая обрадовалась. Ой-ой, сейчас мы кого-то там отправим учиться. Наконец-то кто-то пойдет от нас учиться. Начала компьютер там набирать, а он завис там. Ну, мучились полчаса, ничего у нее там не открылось, чтобы написать заявление. И как она сказала, это все из-за украинских кибератак. Украинцы атакуют центр занятости, блядь. Наверное, чтобы люди не устроились на работу, не платили налогов в России там. Ой, дурдом вообще. Уже все там. Во всем, короче, украинцы виноваты. Церкви. Вот. Ну и я там из дома пытался там через смартфон зайти, посмотреть, какие там у них есть профессии чему-то научиться там. Как говорится, учиться никогда не поздно. И что-то тоже не смог войти, и на следующий день не смог войти. Вот, а потом посмотрел там, какие там профессии, а там все, знаете, там условия. Высшее образование, какой-то IT, там технологии, какой-то там. Ой, нафиг мне это на старости лет там IT технологии, да и кому я нужен там. Сейчас молодежь кругом IT. Какого-то кладовщика, который вечно будет в недостачах там с нашим варьем, бля. Потом какого-то слесаря, какого-то настаночника. Я думаю, да нахрен это надо вообще. Ой, чувствую себя прям пенсионером каким-то. Как хорошо людям на пенсии. А мне еще так и шачить, и шачить. Да. Надо доживу и в тот же день умру. Вместе с пенсионным удостоверением так получу его там в руки, так и синхронно вздохну, и сердце остановится, бля. Так, ну ладно, на этом я откланиваюсь. Больше мне сообщить нет по существу. Наслаждаюсь теплой осенью, отдыхаю. Красота такая, лепота, бля. Зело приятно. Ладно, пойду я.